Брикет да пилет вучишь ясла. Республика Кутас бергадны производство ведемыш щемыш джинса. Но субсидияс вид миллионыш осло унжик. Личет яс вермасна бочный мукат промышленный овмас яс. Оборудование да кола на тывар нюбымыш нала бергадасны щижим дас прочентеч. Но сымын куим миллионыч. Тая вульпуртым яс видлалыс на канал ансоветца депутат яс экономика да промышленность канму уштас подулын. Косоветын заводичесны кывзым яс локтан воша бюджет черти. Татьяна Супряткина сычмадас. Бюджеты вуч, налог, да ужалан место из тае экономикалам подов. Кымын унжик производство, сымын бурджика чукарма бюджет. Коми инталм пырчолым да скык инвест проект, сычущана консессионный щорничем подулын. А мы тая тачамыз. Но адам уджиясыч, республика кута свештышны вучасын, юкан ясын, некамын вучеж, медым бюджет вал эзводны тая рыскуд ясыз отприе. Вот щемыз кола и мукад туй вижас черти. Мы вал мед вуч да медуна, кола вич та юалымса депутат язда правительство видалось на готов неком интеллищеж. Правительство было подготовлено совместно со всеми членами правительства, органами исполнительной власти, совместно с депутатским корпусом. Проанализированы все предыдущие результаты за 2022 год, 9 месяцев текущего года. Сделаны основные выводы и проект закона о бюджете на последующий период, 2024-2025 года, уже внесен в Государственный совет, где в ходе обсуждения, проведения рабочих встреч были учтены все направления. Конечно же, по поручению главы Республики Коми будут сохранены все социальные меры поддержки для наших жителей Республики Коми. Инвестор яс ос повны вона и Арктика. Вот тай район ясас и вывтилыныш, и ту ясас унала обувещик. Но талын республикан ужаланин кыч окмыскотыр, кыч арктической зоналын резидент. Вождесны производство яс мупышса озурлун перьем, транспорт, строичем, туризм, медицина довещик вижим юканын. Тавалы вижиманин кык сай миллиард шайт, а вождема чижим ще ужала место. Республика вычы ставса мед Арктика кычын езл бурауфшис. Мед вуч могмадыны вылышчу бода медицина отсыгын. Тау вылы юкам аматы кыкщо квайтымын миллион шайт мед ылы район яса бульничаяс могмадыны выльщикаса медицина оборудованиен. Арктика север для, вообще для России, значит, это территория особого внимания. Понимаем, что в силу разных экономических причин, коррекционных, улучшение, так сказать, условий жизни на севере, неплохие условия жизни, они приводят к тому, что север пустеет. Мы не можем этого допустить, нужно сделать все, чтобы север стал привлекательным, потому что, как говорил Ломоносов, Россия будет перестать Сибирь, но сейчас это уже изменилась формула, Россия будет перестать севером. Поэтому вот это важная государственная задача, о нем говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин. И я, безусловно, понимаю, что ее нужно выполнять. Таво промышленный юканын лойны ржедвешимес. Сыктывкарса монди вузалысны ионы комбинатлын лойс выльвешкылыш. А Лукойл коми муныс республикаш лойс Лукойл перим котырлын юканын. Правительство кута чорыд дожерулын таевешимес. Кыкнан котырыскыт ноданы щорнчимес, медкольны став ужалан местаяс да социальный щорнчимес. Самое главное, надеемся и уверены, и, как уже сказала, условием такой сделки, это, конечно, сохранение рабочих мест. Это в первую очередь. Второе – сохранение тех показателей, а именно объем инвестиций и социального партнерства, которые были уже ранее согласованы и утверждены в рамках действующего соглашения между правительством Республики Коми. Компания «Лукойл» встреча также уже состоялась с новым руководителем, генеральным директором. Есть полное взаимопонимание, что мы сохраним обязательно все те наработки, все те взаимоотношения и социальное партнерство, конечно же, когда компания «Лукойл» помогает для тех муниципальных районов, отдаленных сельских территориях строить социальные объекты. Комиен кыпыдасны медвыджа электрозаправка, а Сыктывкарын лоас биарон могмадан коймат станция. Ужас ночи рощеса энергетической стратегия подулын. У нас есть план развития газомоторного топлива. Значит, сейчас у нас строится еще одна газозаправочная станция, всего их 7 в республике. Это частный инвестор, который будет строить комплекс не только как заправка, но и придорожный комплекс, потому что нам как раз в части развития туризма это очень необходимо. У нас все заправочные станции – это просто колонки раздачи. А нам необходимо, чтобы человек мог там попить кофе, остановиться, подождать, получить какие-то еще товары и услуги.
Республикан вводил ужалы антикризисные программы. Мен омысес век пандашлены суверсайса джескадымескад. Имед промышленники с эз ужавны аслын с убыткан. Республика вынчадис торья учтас. Сы подулын отсалы могущ кулян вощаньвы юкоманин 700 миллиард шайт. Та еще мыс отсалы скучишны да виджены ужалан ыдъез. Татьяна Супряткина, Артем Соколов, Юрган, телеканал.